Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Очередной ролик про теплосеть. Они безумные людишки отвратительные, которые обкрадывают население. Я уже описывал 100 раз, там просто собираются деньги, за что, 100 раз завышенное. Делают они, да, громульки вот эти делают, но делают они по сути ничего. Они, как бы, происходит спад. То есть падает надежность, например, там в 2015 там 10 аварий зимой, а с 15 на 16 там 100 аварий. То есть они не могут даже поддерживать в том состоянии, которое осталось после Советского Союза. Оно ухудшается. Ну, там элементарно все разваливается. Они запихивали какие-то трубы не по стандарту, которые ржавели, разваливались. Тут они решили, видно, какой-то кусок поменять или просто изобразить. Я не знаю, какая-то махинация очередная. В этом уверен на 100%. Просто что я хочу показать. Вот, все, как бы, можете вы прочитать, что делается. Я думал, что они полгода чинят этот вот кусок. Ну, потому что летом тепло, это же вода горячая, как бы, идет. То есть ее нельзя делать, когда холодно. А у них написано... Вот, внимательно посмотрите. Сначала с 16 года, полтора года какую-то трубу менять. Ну, кусок тут на одну остановку они резервную линию сделали. Блин, полтора года, за полтора года китайцы небоскребы строят 500 метров. Ну, просто, в общем, даже описывать нечего. Это не работает, какой-то распил бабла, которого уже нету у народа, нету уже... Ни сил, ничего. Просто психи. Трезерная линия, как я понимаю, они сделали, а хотят из земли выкопать другую, которая закопана. Ну а для чего она, резервная линия? Но это можно сделать все быстренько. При тех деньги у них есть, они собираются миллиарды. Даже по официальным данным они говорят там на капитальный ремонт, и там собрано 5 миллиардов. Вот. И главное, что вот я сейчас новое увидел зимой. То есть они будут осенью, зимой, осенью 16-го. И зимой 16-го, зимой 17-го. Вот такая вот изоляция. Она, ну, сами посмотрите, я имею опыт с трубами, с горячей водой, котельной бывал. Это вот изоляция выдержит максимум 10 градусов, минус 10. И то будут огромные потери. При минус 20 огромные будут потери, и что будет, я не знаю. А может быть, и вот этой зимой было с 15 на 16, 26-28. Даже при нуле будут тоже огромные потери. Температура воды, которая здесь идет, от 70 до 100, может быть, 110 градусов, потому что она под давлением. Просто я не представляю, что они делают. Это просто ужас. Но при такие резервные линии можно делать при температуре, ну, до нуля, не больше. Потому что когда минус 1 и более холодная температура, возникают огромные потери тепла, которые будут скиданы на людей, но у людей просто нет уже ресурсов. У людей закончился ресурс любой. Терпение, денежное, все закончилось. Теплосеть, отстань со своей тупостью, иди нахер с государством в жопу, закончись, сука.
И, ну, это начальники, больше к начальникам, конечно, относятся, гниды. Отвалите от людей, от этой страны, бараны тупорылые. Хватит полтора года чинить ссаную трубу. Сколько 10 метров-то? Этот кусок. 300 метров. 300 метров, да. Суки поганые. Подохните.